Участковые инспекторы милиции всегда находятся ближе всех к людям. Это именно те сотрудники органов внутренних дел, к которым граждане обращаются за защитой, помощью, а также советом. И если городские жители могут не знать его в лесу, то в небольшом населенном пункте он знаком каждому. При этом независимо от локации участковый инспектор милиции всегда остается для граждан не только помощником в решении определенных вопросов и проблем, но и защитником, который придет на помощь в самой сложной и даже опасной ситуации. С целью повышения уровня взаимодействия органов внутренних дел с населением, оперативного решения имеющихся проблемных вопросов, принятия мер, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, Министерством внутренних дел Республики Беларусь организован прием граждан участковыми инспекторами милиции. Каждый нуждающийся в помощи или желающий получить консультацию может обратиться к правоохранителям с интересующим вопросом, относящимся к компетенции органов внутренних дел, и обязательно получит на него ответ. Ведь местный участковый не только следит за порядком в районе, но и проводит рейдовые мероприятия, а самое главное, знает практически каждого жильца в лицо. На данном участке работаю более года. Практически со всеми гражданами уже знаком. Вот. Звонят, интересуются, спрашивают, как поступить в той или иной ситуации. Вот. На прием граждан приходят, также просят оказать меры профилактического воздействия там, на родственников, которые там, злоупотребляют спиртными напитками. Вот, как бы, прихожу, разговариваю, если бывали случаи, не помогает, тогда так сказать, беру на карандаш и уже работаю там, по направлению. И эта работа действительно ведется. Отметим, что такая форма взаимодействия с населением прижилась, о чем свидетельствуют многочисленные решенные вопросы, которые были озвучены местными жителями во время приема граждан. Я пришла, потому что я неоднократно как бы обращаюсь к нашему участковому. У меня сын вел аморальный образ жизни, не работал, но благодаря вот помощи Алексея Игоревича он устроился на работу, закодировался и как бы сейчас работает и... Ну, пока вроде все хорошо. Ну, уже 4 месяца. Я обратился по поводу шумных соседей, потому что часто ругаются, кричат, смеются очень громко, особенно в ночное время. Я разговаривал с ними, пытался все мирно уладить, но по итогу это не дало никакого результата. Сразу же отреагировал, все прошло очень быстро, они после визита участкового перестали шуметь, ругаться и... громко кричать и слушать музыку. Отзывчивый и толковый участковый – мечта любого горожанина. А за хорошую работу всегда приятно услышать слова благодарности. Я хочу сказать спасибо за помощь своевременную, за профессионализм, за небезразличное отношение к человеку, Хрусталеву Алексею Игоревичу. Просто очень помог человеку. Поэтому большое спасибо. Прием граждан осуществляется еженедельно по средам в общественных пунктах охраны правопорядка. В сельских населенных пунктах с 10 до 13, в городах с 17 до 20:00. Справочную информацию о местах расположения общественных пунктов охраны правопорядка, а также участковым инспекторе милиции, обслуживающим ваш административный участок, можно уточнить на официальном сайте МВД Республики Беларусь или по телефону 102. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.